Одновременно три состязания прошли в Уссурийске. Малыши от 8 до 11 лет выступали в турнире «Тест-кумите. Юный самурай». Ребята постарше участвовали в 15-м юбилейном первенстве «Путь познания». Ну а взрослые спортсмены от 18 лет бились за победу в 7-м чемпионате в абсолютной весовой категории. Сильные команды приехали из Лучегорска и Амурска. Они и составили основную конкуренцию уссурийским каратистам. Четверо местных спортсменов вышли в финалы. Победы добился Ильяс Эзерханов. В начале поединка он немного уступал, но к концу боя преимущество склонил на свою сторону. Я выдержал 4 боя. Первый бой очень легкий был. Но на финале сложный был. Но я его победил. В юниорской категории успешно выступили двое уссурийцев. Марк Зачинков стал бронзовым призером, а Семен Коршунов стал обладателем золотой медали. Оба спортсмена недавно участвовали в чемпионате мира в Японии, а потому подготовка у ребят была на высоте. Семен в финальном поединке победил своего давнего соперника, которому порой уступал. Я с этим соперником уже встречаюсь не первый раз на татами. У нас, получается, идет соперничество активное. То я его побеждаю, то он меня. Но в этот раз я был сильнее. Среди девушек отличилась Юлия Тушева. В финале она дралась с Валерией Кривощековой, которая также выступала на чемпионате мира. Первую половину встречи наша спортсменка вела в счете. Но потом терпеливая соперница из Находки переломила ход поединка на свою сторону. Валерия дождалась, пока у Юли закончатся силы. Моя извечная проблема – это нехватка функции, то есть дыхалка очень плохо работает. Не могу, ее прям бегаю, занимаюсь, не могу. Среди взрослых бронзовую медаль завоевал Павел Ворсин, а украшением чемпионата стал финальный бой между Арсением Бучинским из Амурска и Никитой Мищенко из Уссурийска. Ситуация в этой схватке ровно наоборот. Хозяин татами преодолел мощный напор соперника, а затем, когда гость выдохся, свел поединок к своей победе. Никита Мищенко всегда славился стойкостью и силой духа. Тактика у меня была такая, что я знал, что спортсмен он сильный. Мне надо было просто переждать. Я сделал это. И под конец я ускорился, и взял инициативу в свои руки. Поэтому, я думаю, мне удалось победить. В общекомандном зачете на первом месте каратисты Лучегорска, на втором – уссурийцы, и на третьем – спортсмены из Амурска. Ближайшие соревнования по киокушинкай карате пройдут в городе.